За два дня проведения досрочного голосования в Брестской области бюллетени получили практически 15% граждан общего числа, включенных в списки для голосования. Чаще всего большой процент досрочно голосующих брещан – это студенты. Так как на время учебы иногородние студенты имеют временную прописку в общежитии, они стараются проголосовать досрочно, чтобы уехать домой на выходные, уже выполнив свой гражданский долг. Граждане проявляют довольно активно, являются на избирательный участок, голосуют, делают свой выбор. Также наша молодежь, это студенты, которые относятся к данному участку, они вот занятия заканчиваются и по пути сразу заходят на участок для голосования. Также у нас на участке для голосования есть ребята, которым сейчас исполнилось 18 лет. Не секрет, что многие студенты Брестского государственного технического университета голосуют впервые. И для них это не только волнительный, но и очень важный процесс. Я решила проголосовать досрочно, так как у меня не получается. В воскресенье я уезжаю домой. Почему я решила проголосовать? Я пошла голосовать, потому что мне не безразлично будущее нашей страны. Мне хочется проявить свой избирательный долг. Я приняла участие досрочно, потому что у меня есть на выходных некоторые обстоятельства, по которым я, к сожалению, не смогу принять участие в голосовании 25 февраля. Поэтому я пришла голосовать сегодня. Вот. Я пришла на свой избирательный участок, предоставила студенческий билет, и мне выдали бюллетени, и я отдала свой голос. Вот. Для меня это было очень такое волнительное событие, вот, потому что я голосовала в первый раз. И я считаю, что каждый гражданин нашего государства должен отдать голос, свой голос за того кандидата, которого они считают нужным. Вот. И это важно, потому что... лично для меня это важно, потому что я считаю своим гражданским долгом отдать голос за того человека, который будет связующим звеном между народом и властью нашего государства. Я считаю, что это мой гражданский долг. И так как я первый раз пришла сюда, я очень волнуюсь. Но я собралась силами и сюда пришла, так как это для меня очень важно. Изучала программу кандидата? Кратко, но изучала. Напомню, что единый день голосования пройдет уже в воскресенье 25 февраля. Избиратели, которые желают проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического проживания, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию по месту проживания до 24 февраля. Василий Набуцкевич, Андрей Щерба, Юрий Левантович, Новости Бреста.